здесь ставятся вопросы, и есть возможность получить ответы. И самый главный вопрос – кто я, что я хочу в этой жизни, кем я хочу стать. Телевизионный, например, ведущий, там сейчас кого не спроси, вот через голову все телевизионные ведущие. Но никто не подозревает, какой на самом деле это труд, что за этим стоит, и как себя человек должен развивать и с точки зрения актерского мастерства, интеллектуального и физического, и какого угодно. И вот когда маленький человек начинает потихоньку узнавать, что за всей этой историей стоит работа, он либо пугается и выбирает себе другую дорогу в жизни, либо его охватывает еще больший азарт, и он наваливается на это, как я однажды, и продолжаю делать это по сей день, и грызть этот и гранит науки, и творчески себя развивать, и получать от этого удовольствие. Послушайте своего ребенка, что он вам скажет. Вот куда я хочу? Он скажет, я хочу заниматься актерским мастерством, или я хочу идти в телевизионную студию, или еще куда-то. Потому что, когда мы говорим нашему ребенку, да, вот тебе нужно это, вот это ты не потянешь, мы ставим клише. Клише не всегда подходит по нашим усмотрениям, потому что мы иногда ошибаемся, а иногда ошибаемся очень часто. Поэтому давайте послушаем, что скажет ребенок, куда он хочет, и дальше уже будем двигаться в этом направлении. То, чем я занимаюсь, это на стыке огромного количества профессий, творческих абсолютно. Это и литературное, и игровое, и вы что хотите, там, и технические, монтажные, и режиссура, все что угодно. Поэтому будет интересно абсолютно точно. Мы немножко ребят ведем в курс, а потом будет у нас самый настоящий, свой собственный ералаш. Наш Останкинский, Митровский, как это.